Общественная организация «Мир детям» вместе со сторонниками партии «Единая Россия» подготовила благотворительный аукцион. Для детей-инвалидов это уникальная возможность почувствовать себя значимыми. Не только они нуждаются в поддержке, но есть те, кому могут помочь и помогают эти ребята. Детки-инвалиды, они... Мало того, что они сами как бы нуждаются в помощи, да, в помощи и общества, и государства, но они в преддверии вот такого прекрасного, волшебного новогоднего праздника хотят сделать праздник еще для кого-то, кто слабее вот их в том числе. В этот раз средства собирали для поддержки Одинцовского приюта для бездомных животных. Дети с особенностями развития здоровья с удовольствием создавали поделки. Конечно, без помощи родителей не обошлось. Каждый ребенок в эти работы внес частичку своего тепла. Кто может из детей делать? Те сами клеют, сами лепят, где-то разрисовывают, где-то что-то пришьют. Потому что дети у нас всякие есть. Есть кто-то работает руками, а у кого-то не получается. Тем не менее, они помогают родителям. И участвуют во всех наших городских, районных мероприятиях, которые проходят у нас в городе. Аукцион проходил шумно и весело. Гости очень быстро раскупили все поделки. В этот день собрано 12 500 рублей. На эти средства будет закуплен корм и игрушки для животных. Ребята вместе с родителями поедут в приют и лично передадут все подарки. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».